вообще получил. Но за эти два года я постарался как-то не слабо. Хорошо. Расскажи, вот что самое основное было, когда ты подавал на грант? То есть на что ты делал упор? На язык? На дисциплину? Если честно, на все. У меня за два года было ни единого пропуска на языковой. Ну и каждый семестр эти экзамены были все выше 90. Ну и потому что я международный магазин, как бы все знали, что у меня хороший китайский. Вот я еще помню, ты говорил, что ты первый год совсем не общался с нашими ребятами, с казахами. То есть да. Ты только занимался учебой. Да, я почти год не общался с русскоязычными учителями. Я общался каждый день с продающим только на китайском. То есть это был такой осознанный выбор? Да.